Доброе утро! На канале УТС Новости. В студии работает Екатерина Стывко. В этом выпуске вы узнаете о развитии промышленного производства в регионе, какая сейчас средняя зарплата в Новосибирской области и о том, чем готов удивить зрителей Первый театр. Подробности далее. Промышленное производство в Новосибирской области выросло почти на 2%. Такие данные Новосибирскстата за 8 месяцев текущего года. Наибольший подъем отмечен в секторе добычи полезных ископаемых – более 12,5%. Следом идут производители тепла и электроэнергии. Их прирост – 6%. А вот предприятия, которые занимаются подачей воды и утилизацией бытовых отходов, показали снижение объемов производства, причем сразу на треть. В Новосибирске объявили конкурс на строительство нового кампуса НГУ. Сумма контракта 2,4 миллиарда рублей. Объявление разместили на сайте госзакупок. Средства выделят из федерального бюджета. Эту сумму потратят на первый этап, то есть на строительство пятиэтажного корпуса поточных аудиторий НГУ со студенческим проектным центром, научной библиотекой и переходом. Месяц назад было получено положительное заключение государственной экспертизы. Поиск подрядчика будет идти до 19 октября. 50 тысяч рублей в месяц – столько в среднем зарабатывают жители региона, по данным Новосибирскстата. Больше всего платят в сферах информации и связи – около 92 тысяч рублей. Слегка отстают те, кто занимаются финансами и страхованием. Они получают 86 тысяч рублей в месяц. А вот самой низкооплачиваемой сферой эксперты признали гостиничный бизнес и общепит. Средняя зарплата сотрудников – около 29 тысяч рублей. Грибы и ягоды опять в моде. По мнению экспертов, в этом году жители России побьют свой же рекорд по части сбора дикоросов. 27 тысяч тонн грибов, ягод, лесных орехов и лекарственных трав соберут россияне в этом году. Прирост к прошлому сезону составит примерно 50%. У всего есть вполне объяснимая причина. Люди хотят потреблять экологически чистые продукты местного происхождения. Тем более, когда грибы или ягоды собраны собственными руками. По словам экспертов, стремление к образу жизни предков усиливается год от года. Новые пьесы для детей и подростков прочитали в Первом театре. Там прошел фестиваль-лаборатория «Маленькая ремарка». Артисты и студенты работали с пьесами современных драматургов и выяснили секрет успеха спектаклей для самого взыскательного зрителя. Алексей Кудинов продолжит тему. Главное быть честным и понимать, что, ну, наверное, вот важно это понимание этого внутреннего мира, который также глубоко, остро воспринимает очень серьезные темы. То есть это не детские пьесы. Как обращаться с подростками – один из главных вопросов для современного русского театра. Времена, когда учителя в добровольно-принудительном порядке водили классы на рекомендованные спектакли, уходят. Театры конкурируют за свободное время школьников соцсетями и торговыми центрами. Поэтому смотр новых пьес для юных зрителей вызывает интерес и у режиссеров, и у артистов. Для чего вообще читки проводятся? Когда ты один наедине с пьесой читаешь, у тебя возникают определенные мысли, одни ощущения. Когда появляется зрительный зал, когда все-таки артисты читают по ролям, уже подготовленные с какими-то наметками на образы, то материал автора, он воспринимается гораздо объемнее и интереснее. И это дает возможность театру и драматургу посмотреть на свое творение, так сказать, со стороны. Что-то может быть поправить, потому что это пьесы новые, вот-вот написаны. Современная драматургия, я так отношусь к ней иногда, бывает, что что-то странное зачастую пишут, а тут я прочитал как-то, Вадик хочет петь свою музыку, я так подумал, блин, это какая-то интересная вещь, которая, ну, можно сказать, иногда манифестная там местами, такая про самовыражение, про то, кем ты хочешь стать. Такая, на самом деле, мне кажется, сейчас основополагающая для детей, для подростков. Вадик поет свою музыку. «Моя Африка» и еще несколько пьес прочитали в Первом театре. Вместе с артистами и студентами тексты предварительно разбирали профессиональные режиссеры. А после читок и эскизов спектаклей пьесы обсуждали с публикой. Все произведения участники одного из главных отечественных конкурсов для драматургов «Маленькая ремарка».
Сама маленькая ремарка делится на три части. Это пьесы для аудитории 12+, 12-, ну там такое разделение. И есть еще номинация «Сказка». И как раз у нас в нашу программу, программу читок, вошли пьесы из всех трех вот этих подразделений маленькой ремарки. Читки пьес «Первый театр» транслировал в соцсетях, так что обсудить тексты современных драматургов могли не только те, кто был в зрительном зале. Лучшие пьесы в будущем могут превратиться в полноценные детские подростковые спектакли и войти в репертуар новосибирских театров. Алексей Кудинов, Борис Гладких, новости ОТС. Сообщать о нарушениях частичной мобилизации теперь можно через портал госуслуг. Разработчики создали специальную платформу для обратной связи. Подать обращение можно в поисковике робота Макса, просто написав «жалоба». И в выпадающем списке выбрать категорию «призыв в рамках частичной мобилизации». Кроме того, через портал можно записаться и в добровольцы. В личных кабинетах у мужчин появился соответствующий баннер. Вред экологии. Росприроднадзор выявил нарушение земельного законодательства новосибирским картонно-бумажным комбинатом. Предприятие сливало в окружающую среду жидкие отходы 4 класса опасности. НКБК находится в Новосибирском районе области. Факты размещения жидких отходов обнаружили специалисты на используемых предприятием участках. По словам очевидцев, из-за сливов образовалось ядовитое озеро, вокруг которого начали гибнуть деревья. Сейчас по факту причинения существенного вреда растительности миру идет проверка. В Росприроднадзоре сообщили, размер ущерба окружающей среде будет рассчитан, и ведомство проследит, чтобы нарушитель выплатил всю сумму. В Новосибирске отремонтировали почти 2 километра теплосетей на улице Серебряниковской. Магистраль снабжает теплом 92 здания, в том числе почти 30 многоквартирных домов, 2 больницы, школу и детский сад. Объект разделили на 2 участка. На первом провели замену труб с улучшением технических параметров тепловой сети, а на втором выполнили капитальный ремонт, причем пока единственный за 60 с лишним лет. Энергетики уже закончили монтаж плит перекрытия железобетонного канала. Сейчас работают над гидроизоляцией. В октябре обещают восстановить и асфальтовое покрытие. Сегодня во всем мире отмечают День учителя – профессиональный праздник школьных педагогов. Он есть в государственных календарях сотни стран. В этот день в российских школах проводят торжественные линейки, концерты и отмечают работу лучших сотрудников образования. Об одной из таких расскажут мои коллеги из Болотнинского района. Как увлечь школьным предметом современного ребенка, избалованного интернетом и электронными гаджетами? Ответ на этот вопрос отлично знает Ольга Викторовна Дунаева, преподаватель начальных классов школы номер 2 города Болотное. У нее 42 года учительского стажа, но, признается, до сих пор каждому уроку готовится как к первому. Чувство гордости, что я в родных стенах своей родной школы, любимой школы. Конечно, немножко чувство страха. Сейчас я дверь открою, а там сидят мои ребятишки и ждут чего-то нового. Но я готова открывать им мир знаний. Стать педагогом решила в детстве. Первым учеником был младший брат. Его Ольга Викторовна, еще будучи школьницей, научила чтению и письму. Так как у нас домик такой небольшой был, и на печной дверце мелом писала вот эти буквы, то есть копировала своего первого учителя. После школы поступила в колледж, затем в институт. Вернулась в свою варламовскую школу в качестве учителя младших классов. Затем переехала в Болотное. И вот уже 34 года работает в школе номер 2. Разные методы, разные способы ищем, чтобы внимание привлекать. Первый класс, конечно, у них хватает внимания, ну буквально на сколько? Ну, на 5 минут, на 5-10, да, даже не 10. Вот, и физминутки, то хлопнули 3 раза, то топнули, то посмотрели в окно, то посмотрели туда на доску, то там что-то там произошло, говорю, за окном что-то там послушаем. В этом году у Ольги Дунаевой снова первый класс. Ребята отучились всего месяц, но учитель для них уже непререкаемый авторитет. Я думала, учитель, что она всех любит. Она нам придает знания. Она хорошая и не строгая. Мой учитель Ольга Викторовна, она очень добрая и задает очень несложные домашние задания. Преподаватель начальных классов высшей категории Ольга Викторовна 15 лет назад была признана лучшим педагогическим работником.
В этом году Ольге Дунаевой присвоено звание «Почетный гражданин города Болотное». Константин Клещин, Андрей Новоселов, Тихон Матанцев, Сергей Филонов. Новости ОТС. Новосибирская авиакомпания «Севен» вернула «Боинг 737 МАКС». Самолет вылетел из Толмачева для возвращения иностранному лизингодателю. Напомню, этот вид самолетов в нашей стране сейчас запрещен к использованию. Он не прошел сертификацию в Росавиации. Кроме того, сейчас в связи с санкциями российские авиаперевозчики не могут получать техподдержку и запчасти от западных производителей. Отмечу, что в компании «Севен» остался еще один «Боинг». Оказать помощь ребенку, пока он еще не родился. Такие возможности есть у специалистов областного перинатального центра. Там развивают фетальную хирургию, активно выполняют внутриутробное переливание крови в случае резус-конфликта матери и плода. Готовы приступить к хирургическим вмешательствам при других патологиях. Все подробности знают мои коллеги. С ювелирной точностью, под контролем высоких технологий, еще не родившимся детям выполняют переливание крови в областном перинатальном центре. За 6 месяцев сделали 14 таких процедур. В 2 раза больше будет к концу года. Начинали 5 лет назад. Теперь манипуляция поставлена на поток. На операционный стол попадают будущие мамы с резус-конфликтной беременностью не только из Новосибирска, но и из других городов России. Хирургическое вмешательство для пациенток бесплатно по полису ОМС. А в областной больнице продолжают развивать фетальную, внутриутробную хирургию. Чаще всего фетальная хирургия она используется при поражении, при каких-то обструктивных поражениях мочеводящей системы у плода, при таких заболеваниях центральной нервной системы, как спина бифида, при осложненных каких-то течениях многоплодной беременности, при двойне, при тройне, когда есть заброс крови от одного малыша к другому, вот, и в связи с чем возникает проблема в течение, да, данной беременности. Кадровый вопрос решен, оборудование поступает, первые внутриутробные вмешательства уже выполняют. Недели 2,5 назад наши специалисты оперировали ребенка с пороком развития легкого. То же самое, когда возникла необходимость дренирования плевральной полости у ребенка, когда он находился еще в утробе мамы. Это, безусловно, высший пилотаж, это специальное оборудование со специальными сверхточными, сверхтонкими инструментами. Областной перинатальный центр – роддом 3-го, самого высокого уровня. Там оказывают помощь, когда проблемы со здоровьем есть у мамы или малыша. В этом году в стенах центра на свет появились почти 3500 детей. Наталья Цопина, Евгений Павлов, Новости ОТС. Сегодня у жителей Левого берега появится горячая вода и тепло. СГК закончила ремонт дефектов на теплотрассах. Ввод коммуникации в эксплуатацию запланирован на 5 октября. Дефекты в трубах энергетики обнаружили на старте отопительного сезона. В итоге горячая вода пропала у жителей домов по улицам Сибиряков-Гвардейцев, Блюхера, Петухова, Горский жилмассив, Новогодняя, Троллейная, Связистов и Зорги. Рабочие уже отремонтировали трубы, выводящие теплоноситель от ТЭЦ-2, и пообещали подключить дополнительный котел. В новосибирской подземке заменили рельсы. Рабочие проложили больше 2 километров пути по метромосту. Эксперты говорят, это обеспечит безопасность движения поездов и повысит надежность инфраструктуры. Новосибирский метромост через реку Обь самый длинный в мире. На его реконструкцию ушло 2 года. Работы вели по ночам, чтобы не останавливать движение поездов и не доставлять неудобства пассажирам. По словам представителей метрополитена, работы удалось выполнить в срок, несмотря на то, что за последний год цена на рельсы выросла почти в 1,5 раза. 80% новосибирцев готовы лично помочь в благоустройстве мегаполиса. Таковы данные опроса городской администрации. Самые неравнодушные к судьбе своих дворов – активисты ТОСов. В исследовании приняли участие больше 4500 человек. Практически каждый второй житель многоквартирного дома признался. Больше всего его волнует планировка дворовых территорий и освещение. А почти половину собственников домов в частном секторе беспокоит благоустройство дорог и тротуаров. При этом больше 80% респондентов готовы помочь в любых работах своим трудом. В России растет спрос на товары для оказания первой медицинской помощи. В аптеках разбирают не только изделия для остановки крови, но также йод, автомобильные аптечки и даже средства женской гигиены. За последние 2 недели перевязочные пакеты стали покупать чаще в 3,5 раза. Медицинские жгуты – почти в 2,5. Спрос на йод вырос на 75%, а на бинты – на 60%. Представители аптечного бизнеса говорят, стараются сдерживать цены на предметы первой необходимости,
области, которые сейчас оказались столь востребованы. В Государственном архиве Новосибирской области открыли уникальную выставку. Там собрали документы и фотографии. История региона буквально на ладони. Экспозицию приурочили к юбилею области. Сотрудники Госархива провели тщательный анализ документов из своей коллекции. Выбрали лучшие экземпляры. Например, на выставке можно увидеть и как строили мосты через реку Обь, и первые высотки, и как вообще разрастался город, а также ознакомиться с биографиями новосибирцев, которые внесли весомый вклад в развитие региона. Главная роль этой выставки – это показать, что сегодняшние достижения Новосибирской области строились не на пустом месте. И у нас славная история, славные люди, которые ставили эту, реализовывали. И эта история хранится в Государственном архиве, и она будет там вечно. Пенсионеров Новосибирска приглашают в конюшни. В рамках декады пожилых людей в зоопарке «День открытых дверей». Уже завтра желающие смогут познакомиться с лошадьми. Участникам обещают провести экскурсию, рассказать об условиях содержания животных, показать уникальные масти. Прогулка бесплатная. 6 октября запланированы 3 экскурсии в 12, 14 и 16 часов. Группы набирают по предварительной записи. Место встречи у фонтана в зоопарке. К этой минуте у меня все. Следите за нашими новостями также на YouTube-канале ОТС Лайв. В студии работала Екатерина Стывко. До новых встреч!